еще познакомимся. Я просто миньон. Это миньон гидроцикл. Это миньон ракета. А это миньон спортсмен. Такой хулиган, зато добрый. А это миньон диджей. О, наконец-то ты пришел. Я тебя так ждал. Кстати, я принес тебе картошки, но я их потерял почему-то. А, вспомнился, они тут же. Ты хочешь сказать, что это картошка? Ой, я знаю, что это не картошка. Да фу, да почему всегда не ищу что-то? А вот картошка, а это просто палка. Но мне картошки не найти. Не волнуйся, мы найдем твои картошки. Правда, а давай мы пойдем в Хэппи Мильскую. Давай мы откроем. Мы все открыли. И уже картошки. Ну, нет. Зато поедем. Действительно. Привет, а у меня тоже картошки есть на самом деле. Ах, пойдем с твоими картошками. Вставай! Эх, поднимай меня. Я прав, ты хулиган. Ах ты, подеремся давай. Прости, но я не хочу драться сейчас. Ну как хочешь, дерись другим. Ах ты! Ой, хочу простить. Ноу! Просто моя ракета какая-то хорошенькая. Ракета! Да, ракета. А ты можешь катиться? Да, до камеры. Ой-ой-ой, помоги мне! А, зато у меня есть ракетка. Все хорошо. Да. Ну, извиняюсь, Денисов и его друзей больше не будет. Мы расстроились, что не будет их никогда. Простой миньон, но почему? Я так их ждал. Я их тоже ждал. А я их не ждал. Ах ты хулиган. О, я пошутил, я тоже расстроен. Мне честно, я пойду. Я тоже. А куда они все пошли? Я не знаю. Наверное, я знаю, куда пошли. Диджей, откуда ты знаешь? Пойдем. Так хорошо лежать. А что вы лежите? Ой, я думал, не заметят. Просто на траве. Мы любим на траве, но сейчас же лето. Действительно. Точно действительно. А кто из игрушек у вас? Только это. Ай. Меня портили. Просто хоти проверить. Ах, ну и ладно. Посмотрите сзади. Миньон, гироскутер. Ой, я забыл, что ты гидроцикл. Вам жалко, Денис и его друзей? Жалко. Денис. Мне тесно, опять надо пошутить. А мне тоже не жалко. Ах ты! Уходи! Дурак маленький! Я пошутил! Больше не шути. Что делать? Ой, я больше не шути.
Кстати, чего уже не говорят? Это все из-за хулигана какого-то. А давай мы пойдем куда-то, например, кино. Да ты хулиган. Ну, диджей. Ты не диджей, ты хулиганка. Хулиган, то есть. Может, должен с вами? Да, пойдем. Вы хорошо вели себя. Ура, мы хорошо вели. Пойдем домой. Ах, ночь уже хочу. Мы уже спокойной ночи, спокойной ночи. Утро. Ах, просыпаться надо. Пойдем опять в кино. Нас же обещали показать Дениса и его друзья в кино. А, кстати, а кого-то из наших зрителей не хватает. Да. Это же спортсмен, я не выспалась. А что с тобой делать потом? Да, действительно, что потом делать с тобой? Действительно, я не могу. Пишите в комментариях, вы действительно хотите, что очнулась миньон-спортсмен? Пока, целую вас. Пока, подпишитесь на наш канал.